В Сочи завершился российский инвестиционный форум. Он прошел на площадке главного медиа-центра Олимпийского парка и объединил более 8 тысяч ведущих экономистов и предпринимателей, экспертов и консультантов, журналистов и экспонентов, руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, представителей федеральных и региональных органов власти. Участие в форуме приняла и делегация Ненецкого округа. Ненецкий округ на российском инвестиционном форуме впервые представил свой стенд. Здесь и нефтяная вышка, и чум, и сувенирная продукция. Все, что может привлечь инвесторов на нашу территорию. Ненецкий автономный округ в этом году впервые выступает в таком формате, организовав выставку, презентацию региона в форме стенда. Я считаю, что, безусловно, это важно и значимо для региона, потому что позволяет представить наш регион, его возможности, его потенциал, продвигает регион как на российском пространстве, так и на международной арене. Поэтому, безусловно, это важно для узнаваемости, для привлекательности. Для нашего региона стенд стал и основной площадкой в рабочей программе форума. Одно за другим здесь заключаются соглашения, направленные на социально-экономическое развитие Ненецкого округа и на взаимное сотрудничество с другими регионами. Соглашение и план мероприятий по реализации соглашения подписаны. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов Ненецкий округ заключил с Псковской областью. Документ стал первым двусторонним соглашением между субъектами Северо-Западного федерального округа и подписан сроком на 5 лет на полях российского инвестфорума в Сочи. Мы сегодня подписали соглашение. Это на самом деле плод уже наших почти годичных переговоров с Псковской областью. Приятно, что соглашение, и как мы, собственно, и планировали, не осталось рамочным, а уже сопровождается конкретным планом мероприятий, которые мы будем совместно реализовывать. Это мероприятия и в сфере туризма, и в сфере гуманитарного сотрудничества, и экономического сотрудничества, и в сфере транспорта, авиации, логистики. Много направлений, в которых мы можем быть взаимовыгодно и интересно друг для друга. Я думаю, что межрегиональная кооперация – это будущее региональной экономики. И мне приятно, что мы с коллегами находим в этом смысле общий язык. Александр Анатольевич сказал уже направления перспективные для нашего совместного сотрудничества. Также мы обсуждали вопросы взаимодействия в сфере жилищного строительства. Ну и, конечно, мы основной акцент делаем на развитие туризма и развитие наших авиакомпаний. Думаю, что мы в ближайшей перспективе сможем поделиться нашими совместными планами в этом направлении. На ближайшие 3 года Ненецкий округ утвердил совместные планы и с Республикой Коми. Александр Цибульский и Сергей Гапликов подписали протокол номер 7 к соглашению о намерениях по развитию взаимодействия и сотрудничества. План совместных мероприятий охватывает широкий спектр направлений, в том числе природоохранную деятельность, развитие лесопромышленного комплекса, промышленное производство, энергетику, освоение месторождений полезных ископаемых и другие. Я хочу поблагодарить за проделанную работу, действительно все актуализированное заложено в указанном протоколе. Мы, правда, уже давно взаимодействуем в рамках практически единого экономического пространства. Все, что происходит у нас, происходит в совместных планах развития в дальнейшем. И, безусловно, все, что мы запланировали, безусловно, выполним. Это будет на пользу республики и Ненецкого автономного округа. Спасибо за сотрудничество. Новым направлением для Ненецкого округа станет сотрудничество с Республикой Абхазия. Меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между администрацией Ненецкого округа и правительством республики также был подписан на полях российского инвестиционного форума. Для нас крайне важно найти те взаимодополняющие точки для наших территорий, в которых мы могли бы быть взаимно полезны друг другу. В моем понимании, мы могли бы начать именно с развития туристско-рекреационной сферы, понимая огромный туристический потенциал Абхазии в этом смысле. Мы все из детства помним те красоты, когда мы отдыхали в Сухуми и наслаждались этим прекрасными краями. Я думаю, что мы могли бы пойти по пути софинансирования из окружного бюджета направления организованных групп наших туристов, в первую очередь детей с особенностями здоровья, пожилых людей, может быть, отличников учебы как в качестве поощрения. Но для этого крайне важно, чтобы абхазская сторона предусмотрела условия, в рамках которых люди будут получать пакетный тур, чтобы это не было просто оплатой пребывания в том или ином там, лагере оздоровительном или санатории, а все-таки, чтобы люди получали полностью весь пакет, начиная от транспорта, заканчивая пребыванием на месте.
Вице-премьер, министр финансов Республики Абхазия Джансух Нанба со своей стороны также подчеркнул значимость сотрудничества с Ненецким Заполярьем. Мы все так же сохраняем наши традиции. В первую очередь это абхазское гостеприимство. Мы готовы угощать наших гостей различными сельскохозяйственными продуктами, экологически чистыми. На наш взгляд, у нас есть ряд серьезных конкурентных преимуществ, которые мы можем предложить вашим жителям и с удовольствием готовы принять вас. Еще одна договоренность, которая была достигнута на полях форума – создание в Ненецком округе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между Ненецким округом и фондом «Талант и успех», который создан на базе центра «Сириус» в Сочи. Педагогами центра являются выдающиеся деятели науки, культуры и спорта, а участниками смен – школьники от 10 до 16 лет, показавшие наивысшие достижения в хоккее, фигурном катании, естественных науках, академической музыке, хореографии и живописи. Очень важно, что мы смогли подписать соглашение на форуме, потому что это две повестки, которые соединяются. Соединяются вот именно ради того, чтобы мы готовили и в Сириусе, и в регионах, и на базе партнеров в рамках сетевого взаимодействия кадры для приоритетных региональных проектов. На сегодняшний день в банк данных одаренных детей Ненецкого округа вписано 268 юных жителей региона, в том числе 73 в Нарьин-Маре и 195 в сельских населенных пунктах округа. Поэтому, отметил Александр Цибульский, опыт образовательного фонда «Талант и успех» будет бесценен. В вопросах цифровизации региона партнером Ненецкого округа станет компания «Ростелеком». Соглашением, которое подписали глава округа Александр Цибульский и президент «Ростелекома» Михаил Сиевский, очерчены планы по дальнейшему взаимодействию в рамках реализации основных этапов проекта «Умный регион». А в вопросах реализации национальных проектов Ненецкий округ будет взаимодействовать с агентством инвестиций в социальную сферу. Соглашение направлено на реализацию совместных проектов в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, развитие предпринимательства, реализация проектов в области образования и здравоохранения. Надеемся, что ваш опыт, ваши компетенции, которые у вас есть с точки зрения привлечения частных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры, нам крайне пригодится. Мы до сих пор шли путем все-таки строительства и реализации инфраструктурных социальных проектов через привлечение средств регионального или федерального бюджета, но понимаем, что современные реалии нам диктуют и необходимость серьезной и плотной кооперации с частным бизнесом. Надеемся, что здесь вы нам поможете. 2019 год в Ненецком округе объявлен годом здоровья, поэтому регион заинтересован в первую очередь в развитии проектов в сфере здравоохранения. Исполнительный директор агентства инвестиций в социальную сферу Илья Ковалев отметил, что после возвращения с форума организация, которую он возглавляет, сделает первые практические шаги, чтобы начать сотрудничество. Седьмым соглашением, которое на полях инвестиционного форума заключил Ненецкий округ, стало рамочное соглашение с государственной транспортной лизинговой компанией. Согласно документу, регион намерен приобрести самолет «Сухой Суперджет». Пополнение парка авиапредприятия позволит осуществлять межрегиональные пассажирские перевозки. На сегодняшний день сложилась такая ситуация на рынке, где и она благодаря правительству и поручениям президента, что мы можем получить действительно серьезные преференции и при работе с лизингом, и при работе с межрегиональными полетами. Эти вещи действительно серьезно еще не субсидируются. Есть помощь и в запасе запчастей, и в подготовке пилотов. Поэтому на сегодняшний день поставлена задача президентом развивать межрегиональную авиацию. И мы очень хотим и стремимся к этому. Проект Ненецкого округа и ГТЛК по развитию авиации поддержан руководством Минпромторга России. По итогам подписания соглашения министр промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров выразил надежду на успешную его реализацию. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Сочи.